Модная сейчас на ютубе проверка риса на качество. Для начала фирма Увелка. Это такая вот. Вот такая пачка риса. Вот такой вот рис мелкий. Этот рис побелел. И загорелся. Это как это понять? Интересно. И получилась вот такая вот черная масса. Вот видите, вот. Второй на очереди вот такой вот рис, якобы индийский, длиннозёрный басмати экстра. Вот, он совсем, конечно, другой по внешнему виду, длинненький такой, чуть-чуть желтоватенький. Кладем на ложечку. И начинаем термическую обработку. Ну, как и тот рис, и этот загорелся. Потухнет. Для чистоты эксперимента гречка пассим алтайская, без ГМО. Кладем несколько штучек, сейчас ложку найду, кладем несколько штучек на ложечку. Угу. Вот она, пачечка, вот такая красивая.
Так, и несем проверять. Так что видите, и гречка загорелась. Так что, господа, мне кажется, что эти фильмы про пластмассовый рис — это все лажа. Видите, и гречка горит. Так что, скорее всего, просто крупы горят. Тот же самый эффект. Да, тоже. По консистенции такое ощущение, что как будто пластиковое. На самом деле надо понимать запах. Вот как натуральные волокна мы в свое время определяли, шерсть, не шерсть. Вот точно такой же запах и первый, и второй раз был у риса. И сейчас то же самое у гречки. Просто поскольку разные по структуре и химическому составу рис и гречка, немножко по-разному горела и больше потрескивала гречка, видно, больше воды.